Здравствуйте, меня зовут Терешкова Марина. Я студентка Московского авиационного института. В данный момент нахожусь сейчас в Германии, и вместе с Международным немецким космическим университетом мы начинаем цикл фильмов об истории мировой космонавтики. Каждому человеку известна дата 12 апреля 1961 года, дата, когда первый человек полетел в космос. Но прежде чем это свершилось, всем известный Сергей Павлович Королёв имел хорошее отношение с Девятаевым, героем Советского Союза. Но мало кто знает, что этот человек попал в плен, в немецкий плен, и был в концентрационном лагере, который находился именно здесь, в этом месте, в Пенемюнде, на берегу Балтийского моря. В 1945 году, 8 февраля, он совершил невероятное действие. Он и еще 9 человек украли немецкий самолет и смогли добраться в целости и сохранности до России, смогли завоевать себе свободу. И именно он рассказал Сергею Павловичу об этом месте, об этой отправной точке, месте, где Вернер фон Браун начинал свои разработки по производству ракет, по производству знаменитых ракет Фау-2, оружие возмездия. Именно здесь, как вы можете видеть, располагается сейчас музей, музей Пенемюнде космонавтики. Photos of this conveyor bridge when it was built, and we have documents that concentration camp prisoners, they had to build up the bridge once again. And this is very interesting because the upper part of the conveyor bridge, this is a part which must be restored, which must be conserved. And so I think this is also one result of this bomb attack from 1945. But so we want to connect the history, we want to the history with the present, and we also want to, well, to connect the future, because restoration, conservation, there is a dependence to future.